Авиан Продакшн. Всем привет, друзья! Это я, Аян. И вот решил записать игрушку под названием «Метель». Сразу скажут люди, ты насмотрелся видосов на Ютубе и теперь знаешь, как ее проходить. Нет, ребят, я просто в Play Market шарился, искал годные хорроры. И по мнению пользователей Google, точнее Play Market, я почитал отзывы на эту игру. И большинство людей хвалят эту игру за то, что она классная. Ну, давайте это проверим. Начать игру. Так, пробуждение. Начинаем. И там нет ступа. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Годно, слушайте. Игры на Android с озвучкой, еще хорроры. Очень годно. За это надо лайк ставить. И вот я очнулся. Давайте звук погромче сделаю. Звуковое сопровождение на высшем уровне. Мне тут все нравится. Заперто. А теперь открыто. Нужно выбираться отсюда. Согласен. Так, какая-то веревка. Может еще раз? О, упал конверт. Шкаф пока закрыт на ключи. Ключ за стеклом. Вот он, да, шкаф? Записка. Так, меня зовут Макс, мне 23 года. Открыть клетку. Ушел в другую часть. Так. Входная дверь заперта, но здесь еще есть дверь в ванную комнату. У меня получилось взломать терминал, я смог открыть дверь в ванную комнату. Пароль – это год моего рождения. Совпадение или я играю в чью-то игру? Так. Ну, короче, интересно кому, прочитайте сами. Мне это ничего не говорит. Давайте осмотримся. Что здесь вообще есть? Так, это, возможно, нас так пытают. Это что? Нет электричества. Понял. Что здесь есть? Зажатый ключ в тисках. На улице реально метель. Офигенно. А, шкафчик. Отлично. Там молоток. Ну, давайте разобьем стекло. Вытащим. Ключ. Нет. О, какой-то балдоёб идет сюда. Надо главное, прятаться. Чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Блин, веревку я забыл брать. О, веревочку быстрее поднимай. Твоя мать, он не поднимает веревку. Что мне делать? Он мне пизды не дал за веревку, интересно. Сейчас мы это узнаем. Так, тихо, тихо, сидим, сидим. Я не выходил из клетки, я тут сижу, наслаждаюсь видом. Кто ты? Чё, погоди-ка, все в порядке, ты чё? Чё ты? Погоди-ка. Эта веревка не могла упасть сама! Могла! Ты дверью хлопнул на. Смешно, да. Надежно заперто, ну-ка. Да ты гонишь, и как мне вылазить отсюда? О! Отмычка. Превосходно. У меня есть ключ теперь. Веревку повесил он. Красава, что могу сказать. Здесь что у нас?
О, я открыл какой-то ящик. Пилка по металлу, изолента. Так, сразу закроем, а то мало ли. Тут провода. Отлично. Теперь все работает. Так, пароль. Надо ввести пароль какой-то. Ну, какой, я пока не знаю. Давайте на этом не будем останавливаться. Календарь. Сейчас 2013 год. Вот тут что? Рукоятка. Так, его на место. Фух. Календарик. Что с ним можно сделать? 2013 год. Чувак говорил в записке, что пароль это год его рождения. Ему 23 года. То есть, получается, для меня индивидуальный пароль тоже есть. А сколько мне лет? Надо как-то узнать. Что здесь? Алан. Имя Алан, 26 лет. То есть мне по логике нужно отнять от 2013 минус 26. Это получается 1987 год. Может, пароль 1987 надо проверить. Итак, пароль вводить. 1987. Да, вот это Шерлок Холмс я. Так, дверь открыть. Дверь открыть. Сука. Открой мне дверь. Так. Заперто. А, вот эта дверь открылась. Ну, мне что-то об этом говорит. Что тут есть? Туалет, окно. Кстати, давайте я вот сейчас вот так сделаю. Настройки. А, тут гамма на всю, что там, я скажу вам, не очень так. Какие-то шкафы. Посмотрим, что в них есть. Тут пусто. Здесь пусто. И что это такое? Это у нас дверной засов, чтобы совать куда попало. Хорошо сказано. Да, тут метель проходит сквозь стены. Зашибись просто. Потолок, что здесь? Какой-то люк. Надо быстро дверь. Так, закрыл дверь. Нужно поскорее вернуться в клетку. Садись, 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 давай, давай. Давай, заходишь? Заходи. В смысле? Так я не выходил, тут ничего. Мне пизда. Кто включил панель управления? Блять, я забыл. Сука, тупая панель управления. Замок запаян. Фух. Если еще раз меня поймает, мне пизда. Так, давайте теперь не забудем. Пароль. Так, это мой пароль. Отлично. Войти дверь. Открыть. Вот тупая ваза с люка упала. Если еще раз он меня спалит, мне пизда. Кусачки. Это что у нас? Кислота. О! Я случайно присел. Что здесь? У, часть кирки. Превосходно. Значит, сейчас надо. О, есть рычаг, отлично. Там были тиски, возможно, он по размеру. Конечно, да. Что-то на одном дыхании все проходится. По идее, гаечный ключ, он же под размер этого шурупа, ой, и гайки точнее. Так, извиняюсь, мне тут позвонили, ну, я не ответил, потому что я тут очень занят. Тут все прикручено. Тут болт. Ой, блядь, какой звук. Не очень хороший. Отлично, мне нужно создать кирку, как в Майнкрафте. Отлично, так, все понятно. Здесь что? Ясно. Надо не забыть закрыть дверь, выключить панель, если что. Дальнейшие мои действия какие? Надо как-то подцепить эту штуку. Но как? Тут не знаю. Кирку сюда положим. Что? Какие у меня еще предметы остались? Только доска, ну это, наверное, засов дверной закрыть, но мне пока не надо. Надо думать сейчас, что мне делать.
Потому что в раковине... Стоп! Это раковина. Вода сливается? Кислота. Она не разъест тут ни пол, ничего. Посмотрим сейчас. Не зря я раковину недавно чистил дома. Так, давайте посмотрим. Отвертка. Ну, кто мог подумать? Резина разве не разлагается, а железо? Понятно. Все легко. Гвоздодер. Ну, мы уже прошли игру. Давай я так даже сейчас сделаю. Засов. Превосходно. Берелом. Давай. Отлично. У нас есть кирка теперь. Все, пошлите копать алмазы. Кирка у меня есть. Все. Главное не проебаться. Если я сейчас проебусь, то мне капец будет. Войти. Лифт. Сейчас включу его. Нет питания, пишет. Сейчас будет питание. Лифт. Нет. Какого черта? Быстрее, быстрее, давай. Давай, давай. А, твою. Твою мать, твою мать. А, дебил, давай быстрее, сука, нет. А, успел? Успел зайти в клетку, отлично. Так, погоди-ка. Дверь открыта. Нет. Кто трогал календарь? Календарь? Давайте заново сыграем. Лишний раз лучше не рисковать, поэтому выдолбим стену. Черт! Какого черта? 25 секунд есть. Так, входи. Закрывай дверь. Вырубай. Да, 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 да. Все окей. Никто нас током не будет бить. Все хорошо, чувак. Сука, закрой. Блять, закрой, долбай. Зак... Отлично. Он что-то положил? Или так, что? Погоди-ка. Что? Все нормально. Все в норме, мужик. Ну, вроде все на месте. А тебя не смутило, что там тиски разжатые? Что пропал гаечный ключик твой любимый? Что ты тут положил? Специальный рычаг. Так, похрустим пальчиками. Врубай. Войти. Открыть дверь. Ну, пойдем посмотрим, чем ты там нас удивишь. Лифт. Тут я все выбил. А, лифт не вызван. А вот и доска. Все, это вот, вот прям 1000% тебе гарантирую, чувак, который ты сейчас смотришь видос, что я сейчас бегу. Все, надо подготовиться. Вызываю лифт. Вызвал лифт, называется. Все, вот теперь 100% вызываю лифт. Добро пожаловать. Что это за шум? Все, пошел в жопу, маньяк. Я от тебя сбежал. Я тебя умоляю, лифт, меня не подведи. Быстрее подними. Быстрее, сука, быстрее. Лифт, поднимайся. Давай, я в тебя верю, мужик. Ой. Ну да, в главного героя я верю. Сейчас он будет дверь выбивать, наверное. Надо успеть в лифт заскочить. Если я не успею, давай мне... Быстрее. Да, давай быстрее. Вот. Наклонись. Ты... Сука. Он меня спалил, блядь. Давай быстрее. Прощай, маньячина тупая. Вот что-то пролагало так. Все, пока-пока.
Ищи себе другую жертву. Я сбежал. Е-бой. Побег удался. Все, он дверь выбил. Сейчас пойдет меня искать. Изи вин. Со второй попытки. Но все равно изи вин. Да. Если бы мне еще не позвонили сейчас, я бы прошел на минуту раньше, наверное. Но это все. Вы завершили уровень пробуждения. Следующий уровень будет доступен в следующих обновлениях. Если вам понравилась игра, вы можете выразить благодарность, поделиться игрой в социальных сетях. SiFeldic. За 9 минут прошел. Ну что же, подпишись на канал, поставь лайк, напиши комментарий, что ты думаешь по поводу этой игры. И мнение о моем канале тоже напиши. Ну а с вами был Авиан. Спасибо за просмотр. Еще раз говорю, подписывайся, ставь лайк, пиши комментарий. И удачи тебе. Пока.